Очень много спорных вопросов по нулевому промилле возникало, и это дало основание ввести незначительную норму. 0,16 промилле – это совершенно незначительная норма, которая предотвращает участие за рулем нетрезвых водителей, но и в то же время исключает погрешности и ошибки, которые могут возникнуть в технологическом, в каком-то, может быть, физиологическом процессе. Каждый организм по-своему индивидуален, каждый прибор может иметь некоторые погрешности, и поэтому 0,16 промилле, с одной стороны, обезопасит участников дорожного движения от предвзятости и необоснованности в репрессивных мерах, которые к нему может быть применены, необоснованно. С другой стороны, не допускает участия нетрезвых водителей к участию в дорожном движении. Мне кажется, это хорошее компромиссное решение.